Всем привет! Вы просили нас сегодня домашнее пюре, котлетки домашние. Солености — это томаты в луке. Я не помню, кто нас угощал. Очень вкусно я попробовала. Черри и хлебушек. Всем приятного аппетита. Хлебушек тепленький, принесла недавно домой. Пюре, как всегда, на сливочном масле и молоке. Толкушкой много. Толкушкой. Не люблю блендером. Блендером кисель получается, да, какой-то. Да, вкусно очень. Я пью воду, а Костя молоко. Соскучился по пюрешечке. Я тоже. У нас сегодня такая погода классная. Очень тепло. Только хотел сказать, у Снежаны видео не обходится без прогноза о погоде. Я стала на улице тепло одеваться, и мне в удовольствие, блядь, я сегодня шадела. Три кофты, термобелье, теплые штаны, уги теплые. У меня пуховик ниже колен. И теперь гулять сказка. Вкусно? Очень. Люлик у нас лежит, играется. Не знаю, конечно, надолго его хватит, нет? Так что пока мы вместе снимаемся. Дашь мне телефон? А, вопросики точно были. Ой. Помидорку охота съесть. Так. Герасим пишет: привет, привет тебе. Интересно, кстати, кто нас больше смотрит? Наверное, женская привет. Аудитория, да, чем мужская? Да, надо статистику понятно посмотреть. Так, Герасим пишет: привет, хочу видео, вопрос. Зарабатываете ли вы с Ютуба? У нас контент монетизированный. Я даже не знаю, через какое время нам включена была монетизация. Не знаю. Знаешь? Знаешь? Где-то вроде в январе. Не быстро, да? Да, мой канал тогда создали в августе, в конце. Монетизировать можно было уже потом видео где-то в январе. Реклама YouTube сам в основном сейчас все вставляет. Сколько надо, какие надо. На YouTube можно заработать на рекламе, которая всплывает в роликах, и также на рекламе, которую вас будут покупать. Да, просто другие блогеры или какие-то там, может, продукты. Я хочу рассольчик. Очень вкусно. Можно даже, сейчас подумал, видел такие видео, где показывают, сколько за год вообще там люди заработали. Интересно нашим подписчикам будет так интересно, нет? Показывают, сколько за год заработали? Да. Я думаю, многим интересно посчитать чужие деньги, да? Все мы это любим, занятия. Очень нежная пюрешка получилась. Картошка домашняя. Очень-очень вкусная, я вам скажу. Домашняя еда — это просто бомба. Солёностями так вообще. Я думала, что у нас есть еще соленые огурцы, а кажется, нет. Сверху у нас зеленый лучок еще. Обожаю пюрешку с молоком. Вика пишет: скажите, пожалуйста, что со звуком? Это было 2 видео назад. Я тоже заметила, что звук какой-то странный. Как будто микрофон не работал. Может, микрофон не работал. Так что пишите, что в этом видео будет. Котлетки вкусные, пюрешечка вкусная. Лёве завтра 1,5 года. Представьте себе, как время летит. Такой у нас уже большой. Вроде вот только родился, было лето.
А уже Новый год на носу. Зубов у нас пока нет, но пока я не вижу. Ты тоже, наверное, не видишь, да? Ты не знаю, я по поводу этого не переживаю, они все равно вылезут. У кого-то рано вылазит, у кого-то поздно. Но без зубов все равно не останется. В год, но все равно вылезет, наверное, хоть парочку-то зубов. Но пока не ему и незачем. Вкусные помидорки. Угу. Даже очень понравились. Как вкусно. Там еще котлетки, если ты хочешь, бери. Нет, я наелся. Наелся и буду продолжать есть. Так, Залина пишет. Эх, я ждала котлеты, на пельмени никто нет. Нет, я их тоже очень сильно люблю. 18 лайков набрал. Я так поняла, Залина, это ты писала про пюрешку и котлетки. Вот, снимаем. Залина, большой тебе привет. И мне спрашивает Гаухар про кератин выпрямление волос, что я говорила, что кератин выпрямление делала. Тебе большой привет. Так, она учится в 11 классе и хочет сделать кератиновое применение волос. Понравилась мне эта процедура или нет? И правда ли эффект, что держится 2-3-4 месяца? Мне понравилось, но я не люблю сушить волосы. Костя постоянно мне говорит, когда голову помою, иди высуши волосы. Я никогда не сушу, если ночью, вечером мою голову. Никогда перед сном не сушу. Это вот единственное. А там надо постоянно фен. А там надо сушить. Да? После мытья надо обязательно, чтобы у вас проявился эффект, высушить волосы. Для меня в этом было нюанс. И если вы любите объем тоже. Объем, конечно, убирается, но можно попросить мастера сделать отступ 2 сантиметра от корней. Вот там она говорит, то, что держится 2-4 месяца. Там, по-моему, даже больше потом, если это на постоянной основе mm-hmm. делать, да, там как... Да, я делала. Эффект накопления. Раз в 5 месяцев я чаще не делала. То есть первый раз, да, вам, возможно, не так надолго хватит, но потом, если вы будете продолжать, то это все будет дольше и дольше. Я сама обучалась на кератин, когда хотела уйти из ногтей. Ну, очень сильно, да, это запах. Запах очень редкий был. Мы так накинулись, я, видно, после улицы голодна, пока все вообще готовила. Да и Лёга все там лежит тоже. Получается. На нервике немножко сидишь, да? Да, да. Торопишься, чтобы этот он не заплакал. Обалденно. Как съесть гору пюре за 5 минут. У нас там еще и котлеты остались, и пюре очень много. Я побольше приготовила, что потом осталось. Ну, ты знаешь, даже язык укусил. От вкусно. Как вкусно, да. Надо сделать. Знаешь, что хочу сделать? Все-таки говорили про шампиньоны. Шампиньон сделать в сливках. И какой-нибудь к ним гарнир. Мясо с картошечкой, может быть, в сковородке. Помидор хочу. Вкусно вообще. Мне понравилось. Раньше я так не любил вот эти соленья. Сейчас они кажутся очень вкусными. Черри помидор, ты что-то не ешь. Не знаете? Не маленькие только. Уступают вот этим. Тут еще лучок есть. Кстати, я не пробовал. Как вкусно. Но они уже все на один вкус стали, и лук, и помидоры одним вкусом. Может, вы заметили, у нас на канале стало больше домашней еды. Ой-ой-ой. Давно роллов, кстати, не было. Да, роллов давно у нас не было. Я наелась. Возьму черри. Надо это исправить ситуацию. Может, следующее видео снимем роллы уже.
Хочется вкусные, большие, такую Филадельфию, фью домашнюю хочется. С большим количеством сыра, тонко нарезанных огурчиков или авокадо. Я больше всего люблю костную Филадельфию, которую он делает. Для тебя какую-то вкусную уже было, сколько я не ела. Год, наверное, с лишним не делаю. Так было вкусно, мы так все быстро съели. Да, это из того, что, наверное, мы голодные, и то, что Лёва один, мы торопимся все-таки. Так что... Слышим, как он играет там. Да, сильно не ругайтесь, он уже нас зовет. Командир. Не забывайте написать комментарий, поставить лайк под видео. Нам будет очень-очень приятно. Всем пока. До новых встреч.